приветствую. Сегодня специальный день хотел назначить полностью, ну, практически полностью, на то, чтобы доделать эти правила. Ну, в принципе, заполнял правила, потому что все было уже готово, только обработка. Тут подрезка, зачистка, тут прочее. И вот они полностью изготовлены. Сегодня стараюсь их на сайт уже вывесить. Грязи, конечно, от них вот во время обработки, как прямо от путной шлифовки. Это две с фанерой. И большие. Прям вот так вот большие. Я почему на газетке? Потому что сейчас надо убираться. Тут грязи. Просто это вот я еще вам показал самый вот легкий момент такой тут. Дальше тут вообще все страшно. От этой кожи. Вот так как-то разложу, чтобы было видно по размерности. То есть наглядно. Вот, и две фанерные. Вот как-то так. Все. Вот, то есть большие. Они будут поштучно вывешиваться, чтобы вот все равно тут есть какая-то разница даже. Чтобы выбрать можно было именно ту, которую вот выбрал. И получить именно ту же, которую выбрал, а не вот похожую. Поменьше вариант, еще поменьше. Походный, так называемый. То есть вот вершок. И две фанеры. Да, вопросы у меня были пару раз, причем в чем, мол, разница фанерной и из ореха. Ну, разница, в принципе, давайте с мелочей начну. С того, как смотрится. Орех сейчас я тут прысну лаком. И он еще больше станет таким выразительным. А тут, ну, фанера, она и в Африке. Фанера смотрится слишком просто. Ну, смотрится-то ладно. В чем еще разница? А основная, опять же. Давайте я покажу вот так. Видите? Высота. Вот это очень важно. Потому что, когда таскаете по фанере, постоянно цепляетесь рукой за то, что под ней. То есть, там стол, на ноге ли вы там ее как-то еще на что положили. То есть надо как-то приноравливаться. Когда вы укладываете вот такую штуку, вам по барабану. На столе, на ноге. То есть рука ходит высоко от той поверхности, на которой она находится. Вот. Как обычно. Да, на вопрос ответил. Как обычно, с одной стороны бархат. А с другой стороны гладкая. Ну что ж, сейчас их лаком пшикну, чтобы они были еще устойчивы к всяким погодным и прочим там условиям. И займусь опять подготовкой самого себя, фрезерованием шкатулок, подставок, под бритвы. Может, даже под камни попробую. Я вчера пробовал тут один вариант. Под камни точильные подставки фрезеровать. Вот таким моментом пока займусь. Ну вот, пока больше нечего показать, рассказать. Только если грязь вокруг. Но это лучше не показывать. Я лучше сейчас я уберусь. На данный момент все. Вот так, мало-помалу. Тренируюсь. Это не фреза дергается, это стол. А стол китайский. Вот мне через недельку будет стоять нормальный стол. И тогда таких вот дерганий не будет уже. И можно будет как-то более-менее нормально что-то делать. Вот так вот, в общем. Подставку пытаюсь сделать для бритв, для чашки и для помазка 3 в одном. Что ж, продолжаем удаляться. Не факт, что получится. Далеко не факт. Но пробник должен быть.
Четкие. Вот что у меня получается. Или не получается. Ну, пока получается, конечно, да. Это вот заготовки для подставки. То есть тут будет. Вот так она будет стоять. Вот так будет. Под бритвы. Да, так. По две бритвы. А вверху будет вот такая вот штуковина. Еще под помазок. Вот так вот. Шлифую вот эту свою машинку, которую я покупал ранее. Спарки. Хорошая вещь, кстати. Из нее бы сейчас, конечно, тут понашлифовался бы вообще. Вот. То есть тут долго ковыряться-то. Вот, наверное, показал тут прежде на фрезере, тут, мол, выбираю. Да я выбираю просто основной материал, а потом уже бормашинами, вручную, напильничками, там, стамесочками. Все это дело, как бы вам объяснить. Ну, понимаете. То есть, канительно маленько. Ладно, да тем более для меня все это кругом новое. То есть, я далеко не плотник и... Чертежей нет, ничего нет, все как бы от балды. Вот. У меня бывали случаи, даже спрашивали, почему, мол, я тупо не закажу какую-нибудь там шкатулку, подставку, куплю, кто-нибудь там мне сделает. И все. Это да. Вот соглашусь. Заказал, сделали, купил у них. Вот заморачиваться даже не нужно. Но это будет не мое. А я кругом. Во весь голос кричу, это мое, это моего производства, это вот моими вот этими руками сделано. То есть, получается, нет. Вот возьмите кутюрье. Вот он же не шьет где-то там что-то, а делает сам, то есть все. Хотя там, может быть, какая-нибудь просто Мария в подвале шьет. А кутюрье от себя все это преподносит. Ну, я не из тех, кто будет этой фигней заниматься. Поэтому все делаю сам. Или получилось, или не получилось. Одно из двух. Других вариантов быть не может. Что ж, пойду сейчас смотреть, все ли так, не так, примерять. И может даже на клей посажу. О как. А может даже инкрустацию сейчас сделаю. В общем, пока еще сам не знаю. Что ж, ладно, пойду дальше швыряться. Вот я, в принципе, что хотел показать. То есть, что хотелось бы, чтобы в итоге получилось бы. Вот такая вот штуковина. Объясняю. Вот это вот ставится на стол. Плоскость. Туда можно чашечку поставить. Сюда бритвы положить, как катаны. А вот в эту рогатульку, как же ее показать-то? Помазок. Надеюсь, он сюда влезет. Я мерил свой. У меня, конечно, тут с этой стали и такой, как бы. Вот. И как бы так, вот это вот одна из моих сумасшедших затей. Посмотрим, получится, не получится. Инкрустацию что-то я не захотел на нее делать. Тем более, древесина такая сверхплотная. Это бубинга. Такой красноватый оттенок имеет, полосатый. Она прям такая жескач-жескач. Прям я в нее тут наковырялся бы, конечно, с этим. Со всечкой. Вот. Так что здорово, не смейтесь над моей штуковиной. Ну, хочется, чтобы что-то получилось такое интересное. Вот, еще одна задумка. Такой вот коробок сделать. То есть, чтобы... Он так вот на этом месте, прям, допустим, стоял, а отсюда бритвы вставлялись и помазок. Такую конструкцию тоже впервые делаю. Чертежей ничего нету, но, наверное, такой уж штуки-то, мне кажется, ее дети даже делают. Чертежей, наверное, не надо. Вот. Попробую. Опа, убежал, ладно. Попробую из нее сделать. Тоже не факт, что получится, конечно. Я, конечно, железных делал мастер, но иногда хочется отдохнуть от железа и заняться чем-то деревянным. Вот как-то так. Что ж, пойду швыряться дальше с этими штуковинами. Как уж там, не знаю, будет ли что показать.
Не факт. Пока тут все.